Молодежный «Арсенал» завершал 2014 год матчем в Азове с Ростовом. Погода явно что-то напутала. В Туле снег в дефиците, а на юге России большие сугробы. Еще одна проблема – половина арсенальцев почувствовала недомогание накануне матча. К счастью, нашим медикам удалось справиться с неизвестной напастью. В моей практике первый раз такое, что вчера на предыгровую 7 человек не смогло выйти. Сегодня 2 человека – Налютов и Мингазов. С капитанской повязкой Туликов вывел вратарь Александр Лейкин. Его визави в рядах Ростова – Владислав Суслов, воспитанник арсенальской спортшколы. В первом тайме Суслов не оставался без работы. Молодые канониры играли в комбинационном стиле, нередко заставляя ростовчан палить на своей половине поля. На 20-й минуте команде Виктора Булатова удалась красивая атака. Завершил ее лучший снайпер «Арсенала» Александр Закарлюка, забивший свой 8-й гол в молодежном первенстве. 1-0. Гости владели игровым преимуществом, но хозяева все же могли сравнять счет. Лейкин среагировал на удар молодого российского таланта Александра Трошечкина в девятку. После перерыва ростовчане прибавили в активности, но защита Туликов играла без сбоев. Финальный свисток арбитра зафиксировал справедливую победу «Арсенала», поднявшую Туликов на 7-е место. На зимние каникулы команда Виктора Булатова уходит в хорошем настроении. В целом, я думаю, заслуженная победа, за исключением вот первой минуты, когда мы сами себе могли привести гол. Николич не забил. Потом, после этого момента, все-таки взяли игру под контроль. И в целом, наверное, провели одну из лучших свою игр по содержанию. Много было хороших кусочков, то, что мы требуем, то есть навязывание своей игры, из этого контроля рождались моменты неплохие, могли, конечно, забить больше одного. Ну, в целом, конечно, результат достойное завершение сезона, и на 3 месяца, я думаю, эмоциональный фон будет хороший, и с хорошим настроением уходим в отпуск. Какие планы на межсезонье? Ну, сейчас мы с сегодняшнего дня уходим в отпуск, 11 января медобследование, потом 3 дня в Туле, втягивающие тренировки, и 16 января планируем вылететь на сборы в Турцию.